национальным договором. Я хочу вам сообщить, что решением попечительского совета фонда Гераклеон в 2015 году на цели развития Федерации функционального многоборья выделен, уж извините, 1 миллион долларов. Мы хотим, чтобы эта федерация поддерживала спорт в регионах. Мы хотим, чтобы даже те самые отдаленные уголки страны, которые не лучшим образом обеспечиваются в каком-то материальном смысле, технологическом смысле, не оставались бы без внимания Федерации. Поэтому я призываю всех, все кроссфит-клубы, всех атлетов нашего сообщества активным образом включиться и вступать в состав Федерации функционального многоборья. Мы поддерживали и будем поддерживать развитие этого нового для России спорта. Что, дорогие друзья, закончился турнир. Я думаю, что он удался. Он, конечно, бы не удался, если бы не ребята, которые стоят от меня по левую руку. Это судьи, волонтеры. Я думаю, и от себя лично, и от вас всех, от спортсменов, от зрителей, болельщиков, выражу им огромную благодарность. Они молодцы. И что наиболее приятно, соревнования от соревнования, их работа становится все более четкой. Придраться уже не к чему. Спасибо, ребята. Огромное спасибо атлетам. Это их пот, их терпение, их талант сегодня заставили нас болеть, волноваться. Короче говоря, море адреналина, драйва. Это ваша заслуга. Спасибо. Очень здорово, что уровень проведения соревнований, уровень атлетов растет. И хотелось бы сказать еще огромное спасибо Сергею Александровичу. Если бы не его огромная любовь к спорту и не его желание развивать спорт, ничего бы этого не было. И спортсменам хочу пожелать успехов и новых рекордов. И до встречи на следующих соревнованиях. Спасибо.